Всем привет! С вами Информ ТВ. Екатерина Вилкова появилась на свет в Нижнем Новгороде, а родители ее были самыми обычными рабочими. Уже в 8 классе она оказалась в пионерском лагере, и именно там родилось ее увлечение драматургией. Когда девушка вернулась домой, то была уже уверена, что ее ждет судьба артистки и никакая другая. В театральном училище Нижнего Новгорода талант девочки быстро оценили. Под конец обучения мастера убедили студентку, нужно ехать в Москву. Она смогла поступить сразу в 3 вуза столицы, но выбрала школу-студию МХАТ. Еще в Нижнем Новгороде Катя впервые влюбилась, к сожалению, безответно. А вот на старших курсах она встретила Дениса Фролова, который учился в высшей экономической школе. Молодой человек был очень внимательным, дарил цветы и подарки, но при этом отличался властным и ревнивым характером. В Москву они переехали вместе. Им обоим удалось поступить, тем не менее они вскоре расстались. За несколько лет актриса получила роли в 15 фильмах. Она стала знаменитой после участия в «Стилягах». После этого отбоя от поклонников не было, но выбрала она самого лучшего – сокурсника Петра Кислова. К сожалению, они встречались недолго и тоже потом расстались. Сам Кислов потом сделал предложение сначала Анастасии Макеевой, а после Полине Гагариной. В браке с последней у них появился ребенок. Вилкова же пошла по своей дороге в жизни. И жизнь свела ее с первым режиссером, в картине которого она и получила роль, с Михаилом Шевчуком. Их знакомство произошло на площадке фильма «Сатисфакции». Но мужчина стал ревновать Катю к славе, несмотря на то, что он сам помогал ей стать известной. После того, как за тихими упреками стали следовать громкие скандалы, Катерина бросила Шевчука. Ходят слухи, что он этого ей до сих пор не простил. Также много шума наделал роман Вилковой с Лепскеровым, писателем, который ранее был женат на Елене Кориковой. Их познакомил Ярмольник во время одной из премьер. Завязавшийся роман не продлился долго. Сам писатель утверждал, что он с самого начала понимал, они разные люди, и якобы даже он сам прекратил отношения. А вот актриса уверяла, что это она бросила писателя. В ответ на это Лепскеров в своей книге описал подробную интимную жизнь с Катериной. Такой низкий поступок писателя вывел из себя Вилкову. Потому во время знакомства с актером Ильей Любимовым, который отличался спокойным, воцерковленным и обстоятельным характером, она едва не прошла мимо, чуть ли не возненавидела всех мужчин. Но, к счастью, этого не случилось. В 2011 году они сыграли свадьбу. Прошел еще год, и на свет появилась их дочь. А еще спустя пару лет Катя родила мальчика Петю. Когда радостные родители давали интервью, они подчеркнули, что правильная семья должна выглядеть как у Охлобыстина и Арбузовой. Кроме того, они заявили, что не против иметь столько детей, сколько им будет дано от Бога. А к какому образу семьи стремитесь вы? Сколько детей, по-вашему, оптимальное количество? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!